こいつは倒すけた男。はい。ちょっとロックピックがなくなっちゃったから、ここ開けられなかったけど。まあ別に目ぼしいものもなかったでしょう。誰かいる。兵士が動員されたか。お、ミハイルがおとりになってくれた。そのうちに、あ、なんだ。Он сам себя подорвал, что ли? Черт! Михаил! Миша! Я на воле! Только не подходить к Танику! Кажется, заряды были... Траппы? ...складу химосходов. Что они вообще хранят в этих бочках? Сука! Может, Газпром на горячую линию позвонить? Выбирайся оттуда скорее! Да не волнуйся ты за меня! Просто за три сервера! Зайди на www.ka... Намай га хиде! そうだ、ミハイルには悪いけど、タチアナのデータを探す。Прости, Миша. Я должен узнать, замешан ли Нар в исчезновении Татьяны. 見つかるかは分からないけどね。おっと。Значит, за Татьяной следила КГБ. Зачем?Что им было нужно от нее? 監視されてたってのは知ってるんだよ。だけど原発事故からだいぶ年数が経ってるな。はい。これはワンチャンミハエルが仲間になる可能性が絶たれたとかあるかもしんない。あれ、兵士の死体だけないぞ。銃だけ落ちてる。これ中入ったらやばいかな。大丈夫かな。この建物の1階はどうやって行くんだろう。ああ、えらいことになってる。入れない。じゃあまあいっか。手がかりは得られた。帰ろう。Привет, Игорь.Я тут немного разведал. Впереди чисто. Но с заданием тебе придется справляться самому. А еще я нашел кое-что очень полезное. だいたい収集してくるものはチェルノブライト。あ、レーション4つも持ってきた。はい、弾薬ね。じゃあ、なんかもうね、ずいぶんレーションがたまるようになってきちゃってるからね。倍ぐらいくれてやる。うん、様子は変わらないな。この辺がね、いまいち進んじゃいないんだ。仲間は集まってるんだけども、環境は問題なしと。栽培アイテムも回収して、
じゃあちょっと仲間とお話だ。Хочешь поболтать немного? Да? Ты что-то хотел обсудить? Ну, вообще... Может, расскажешь о себе? Ты ведь из Канады? Да. Мой дед перебрался туда из Украины, пока еще была возможность. Я вырос в семье военных. И порядки у нас были заведены военные. Вся родня моя была прямолинейной, как ствол ружья. Так меня и воспитывали. Вроде хорошо, а вроде и не очень. Видимо, не бывает идеальных семей. Да уж. Грехи отцов преследуют нас даже после их смерти. Знаешь, что хуже, чем расти в семье с помешанным на контроле батей? Расти в семье помешанного на контроле бати, который к тому же отставной полковник и чертов миллионер. Да уж, похоже, с тебя много требовали. Ну да. Только родне всегда казалось, что я недостаточно стараюсь. Даже когда я дослужился до второй объединенной оперативной группы, самого элитного подразделения канадской армии. Выше просто некуда. Но я не сдавался. В итоге мне выделили свой батальон. А потом случилась катастрофа. Мы попали в засаду возле Эр-Раки в Сирии. Тогда всех перебили, кроме меня. Каждый день я мечтаю вернуться и все исправить. Мне очень жаль, Оливер. Представляю себе, как это было тяжело. Да это до сих пор тяжело. Я так и не вернулся домой после этого. Все решили, что я погиб, исполняя свой долг. Лучше пусть меня в Канаде считают мертвым героем, чем живым неудачником. Да уж, ничего себе история. Я уверен, ты сможешь примириться со своим прошлым, Оливер. Ты сильный человек. Канада 出身なの?Держись подальше, открыв мышонок. Разумеется. Терпеть не могу этих тварей. Самолет. Построим сами. Понесемся над лесами. Понесемся над лесами. А потом вернемся к маме. Но мамы больше нет. Где же она? У меня от твоих разговоров мурашки, таракан. Каждый раз. Маму. Забрал крысиный король. Раз, два, три. Крысиный король всегда следит за тобой. Куда забрал? В Озерск. Мама была инженером-химиком. Она помогла создать источник энергии для самого первого крысиного короля. Озерск? Город 40... Крысиный король. Отдал приказ тысячам мышей. И маленькие бедняжки копали. Без остановки. Копали, копали, копали! Подождем. В грязи. Под снегом. В леденящий холод. Многие погибли. Когда большая яма была готова, они соорудили устройство. Твоя мама была там? А потом она исчезла. Превратилась в звездную пыль. Как всегда происходит. Мама была рядом. Достаточно близко, чтобы увидеть все. Она раскрыла тайны энергии крысиного короля. Нашла ключ к загадке Чернобылита. Мне очень жаль, таракан. Я знаю, каково это — терять близкого человека. うん、相変わらず何言ってるのか分かんない。はい。オリガ。Мне нужно с тобой поговорить, Игорь. Конечно. Тебя что-то беспокоит? Воспоминания. Мама говорила, здесь довольно неплохо жилось до катастрофы. Знаю. Я сам здесь жил когда-то давно. Многое, конечно, забылось, но прошлое вызывает у меня исключительно теплые чувства. Ясно. Тогда ты должен знать, что в Чернобыле было куда лучше, чем в других частях Советского Союза. Мама говорила, что в закрытых секретных городах жизнь во многом была проще и комфортнее. Правда, взамен от людей требовали согласия и молчания. Поселиться в таком месте было большой удачей. Всегда можно было купить нужные вещи, на улицах было безопасно. Еще и платили хорошо.
Все верили, что власти защитят от любой опасности, решат любую проблему. Их считали близкими товарищами, лучшими друзьями. Люди были готовы в любой момент отдать свои жизни на благо страны. И ради чего? Вот только КГБ больше волновала репутация и государственные тайны, чем людские жизни. Подруга моей мамы, Катя, на момент Чернобыльской катастрофы жила в Киеве. Она была беременна. И спустя всего неделю после взрыва реактора она пошла на Первомайский парад. Можешь представить? Парад не стали отменять. Это настоящее преступление. Власти никого не предупредили. Они сказали, что все абсолютно безопасно. Им было насрать. Главное было сохранить все в секрете. Катя рассказывала маме, что к вечеру у них с мужем на лице появился странный лиловый загар и стало тяжело дышать. Спустя пару месяцев Катя родила сына, и он был очень больной. Мне правда жаль, Оля. Еще бы. Твоя вина в этом тоже есть, хоть ты и не помнишь. Прости, Игорь. Зря я так. У меня нет права. Ничего. Вспоминать такое и правда больно. Ты имеешь право сердиться. 話が重い。恐ろしやな話をされた。はい。じゃあちょっとアイテム整理をしようかな。よし、そこそこアイテムの整理を終えて、で、重装備兵が現れるようになってから、いまいち、サイレンサー付きのリボルバーが役に立たなくなってきたんで、いよいよこいつの出番だ。アサルトライフルを魔改造して、こんなことになっちゃった。これサーマルスコープついてて、あと、ロングバレルみたいのもついてんだっけな。なんだっけ、バレルの、違う。あ、これだ。スナイパーバレルをつけて、どうもこれもサイレンサー付きらしいから、距離を伸ばして銃声を低減する。まあ、つまりは、サプレッサーと同じ効果を持っている。上位互換バレルって感じだ。これ使ってこう。で、今まで兵士からたくさん分取った弾もあることだし。で、アサルトライフルを使うにあたって重要になるのは、オリガ。なぜなら、オリガの訓練に、アサルトライフルに関する、訓練がある。まあ、これの上位版もあるんだけど、先にこれやろう。Позволь познакомить тебя с твоим новым лучшим другом, АК-47. Вот уже несколько десятилетий ему доверяют свою жизнь революционеры и борцы за свободу. Некоторые страны даже на свой флаг его поставили, потому что он сыграл важную роль в обретении независимости. Но довольно историей. Я дам тебе несколько советов, которые помогут раскрыть потенциал этого оружия. Сложнее всего компенсировать отдачу при стрельбе в автоматическом режиме. Нужно научиться контролировать ее. Не бойся, банки не отстреливаются, так что целься спокойно. Покажи себя. Готов? Огонь! Хай. А, аттачмент на АК. Неплохо, весьма неплохо. Ты многих отправил в баночный рай. Ладно, профессор, главное ты усвоил. これロシア語だと AK のことを赤って言うんだ。Матвей хорошо обучил меня. И я с радостью поделюсь своими знаниями. これでダメージ増加と。まあ、ただ今のこのアタッチメントだと連射するというよりも、まあ、単発打ちで遠方の敵を倒していくっていうイメージかな。治療薬は大丈夫だな。この辺も増やせそうなら増やしとこう。これでよしと。じゃあ手がかりはどうだろうな。あ、国威のストーカーって増えてる。あ、これはまた別で用意されるんだ。こいつね、ライセンスカード落としてったぞ。で、欺瞞の網はまだ情報不足か。陰謀って方はもう
見れたんだけどね。こっちも情報全部集まってる。よしよしよし、順調順調。さてと。Алло! Черт, есть там кто? Михаил, ты в порядке? Не особо! Я подорвал здание! И застрял в нем! А еще здесь есть... Здесь что-то есть! Поторопись! И захвати противогаз! Ищи в здании возле памятника! Ты умный парень! Думаю, сразу разберешься! Надо было мне... Надо было мне раньше подумать про эти бочки! Этот газ! Мощная штука! Мне мерещатся голоса! Какие-то... образы! А может, это и не газ вовсе, а наркота, на которой он сидит. Но я все равно не могу его там бросить. Что за хрень? Это еще что? Оно пытается меня схватить! На помощь! Видишь дым возле радара Дуга? Уверен, это дело рук твоего нового друга Михаила. Мата генпац га икарета но га то мотта ё. Поехали! Михаил, бужи датта га? Бужи... кана? Доу даро? Давай поохотимся и... Хай. Ванчан Михаил парти или чансу.助けに行こう。ガスマスク調達ってあるけど、念のために自分の分は用意しとくか。はい、これでよし。Милый мой Игорь, ты как старая черепаха, которая перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них скорпионы.А скорпионы жалят. Такова их натура. Ай, кита. Коко ка. Хатена га коно 2 кашо. А? Михаил га тожикомераре тен на коччи нано ка? Ниге маатте та но кана? NAR から。新しいアサルトライフルもこしらえてきたし、あれ、なんか下にハイライトが見えるということは、この辺バンカーでもあるかもな。ちょっとわかんないや。このすぐ真下になんかあるみたい。あーっとあったわ。接近するとマップ上にハイライトされるのかな。はい、待って、音はするんだけどわかんないな。あ、ちょっと見える、ちょっと見えるけど、え、これ、あ、普通に入れるじゃん。アサルトライフルかな。おお、めっちゃ装飾されてる。っていうか、なんか今持ってる AK とカスタムそっくりじゃないか。ひょっとしたら、あの、オリビエとかタラカン、タラカンは違うかも。オリガ、あの両名はリボルバーとかアサルトライフルの攻撃力を高めるスキルを提供してくれるから、それに合った武器だから、オリビエにはリボルバー、オリガには AK みたいに与えとけば、それなりに彼らもスキルがアップするのかも。向こうにハテナが一つ。兵士は映ってないな。
あ、映った。兵士かな。ここで AK の出番かな。あ、違うな。誰だあれ。放浪者？それとも前助けた人？放浪者だった。Еще один замечательный покупатель! Хочешь заключить лучшую сделку в своей жизни? Не страшно здесь торговать? Уж я-то знаю, что делаю, милостивый государь! Торгую тут со времен развала СССР! Кроме того, кто не рискует, тот не пьет шампанского! Похоже, ты много где побывал. О, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле, где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить, как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я атлант, расправивший плечи. У меня Путин, Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? А Стив Джобс? А? Да-да-да-да-да, он тоже. Конечно. Ну да ладно, деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? Майто унажиони удоштуретара, инони. Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя, Татьяна. Татьяна Амалиева. Она работала на электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, 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 друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я как Гордон Гекко, только умнее. И как Джек Ма, только усерднее. Ты ахнуть не успеешь, как я построю свою коммерческую империю на руинах Чернобыля. Удачи. Джек Ма, ты? Алибаба-ка? Ладно, А, そうだ、レイション、拠点に置いてきちゃったんだ。Думаю, ты что-нибудь... Конечно. まあ別に欲しいものないな。Думаю, удачи с твоей... Ха! はい、放浪者。あとはこっちだ。